Эстакаду, которая соединит трассу здоровья от Аркадии до Фонтана, обещают сдать к началу курортного сезона. Проект корректировали с учетом обхода паркинга с общественной уборной и теннисными кортами на крыше, которые планируют построить рядом с Маристеллой. Также на пути эстакады может вырасти 4-этажное административное здание, которое построит компания «Профитек». Ради этого объекта трассу пустят ближе к морю. Нерешенной остается проблема вблизи морской симфонии, где дорога упирается в холм. За прошлый год были выполнены все монолитные железобетонные работы по возведению 7 опор, на которых стоит эстакада. Были полностью установлены сборные железобетонные балки эстакады и залито монолитное железобетонное перекрытие, которое будет являться основанием для самой, собственно, велопешеходной дорожки. Следующий этап – выход эстакады на трассу здоровья с одной и с другой стороны. Это будут делать с помощью насыпи. Сейчас на участке возле пляжа «Зебра» уже монтируется освещение эстакады и перильное ограждение. Привлечено внебюджетных средств само здесь вот благоустройство эстакады, на которой мы сегодня прогуляли, с вами посмотрели, порядка более 3 миллионов гривен. И 1,5 миллиона потрачено на уличную мебель, включая освещение. Само строительство эстакады, в районе 31 миллиона. Но, опять же таки, цена вопроса для всей Одессы, для всех любителей здорового образа жизни, это, я думаю, сопоставимо. Завершить работы обещают к 1 июня. Напомню, изначально эстакаду и новый участок трассы здоровья собирались дать еще в июле прошлого года. Однако в июне вице-мэр Петр Рябоконь сообщил, что это произойдет в ноябре.